Хасан Рухани повторно вступил в должность президента Ирана. Церемония инаугурации прошла в Тегеране в зале заседаний парламента. На церемонии присутствовали иностранные гости, в том числе верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерико Могерини. В своей речи президент Рухани заявил, что новые американские санкции угрожают соглашению по ядерной программе. «Я во всеуслышание заявляю, что Иран никогда не нарушит соглашение первым. Но мы и не будем сидеть сложа руки в случае его нарушения со стороны США. Мы обращаемся не к новичкам в мире политики, а к опытным политикам и говорим им. Мы можем сделать совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе образцом для международных отношений и международного права. Превратить его из исключения в правило». На прошедших в мае президентских выборах за Рухани проголосовали 57% избирателей. В минувший четверг верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи утвердил Рухани на посту главы исполнительной власти. В течение 2 недель президент должен представить парламенту новый состав правительства. У Хасана Рухани есть максимум 2 недели на то, чтобы представить парламенту кандидатов в министры. Это будет первым испытанием для президента, учитывая позицию политических партий. Кроме того, его второй президентский срок начинается с угрозы, которая нависла из-за американских санкций над соглашением по ядерной программе, его самым большим внешнеполитическим достижением.